И снова всем здорово, друзья мои. Так, расскажу вам такую историю. Вчера, короче, когда записывал ролик, наткнулся, ребята, на гвоздь, ё-моё, представляете? И, короче, в ногу, наверное, сантиметра 4 или 5 гвоздь вошел в левую пятку. Ох, не ахиллесова пята у меня, а Алёхина пята, ё-моё. Блин, беда какая произошла. Вчера вообще ходить не мог. Ну, ролик да записал. С горем пополам. Но так было, блин, вообще херово. Ну, ладно. Там даже, блин, еще хотел больше позаписывать. Ну, так уж. Короче, коротенький такой ролик получился. Ну, ладно, не беда. Так, сегодня. Ну, там, съел таблетку там какую-то мне жена дала. Ох, от всего помогает. Ха-ха, чудеса какие. Так, что сегодня? Сегодня надо ставить редуктора. А у меня, блин, у зайчика ножка болит. Надо к Айболиту бежать. Так, что я сейчас сделал с утра? Смотрите, солнышко повесил. Ох, у меня сейчас будет вообще всегда тут светло. Выключатель никакой не стал делать. На автоматы тоже не стал ни на какие подсоединять. Сделал вот так вот переноской. Так вот, хоп, включил, загорелось. Выключил, перестал греть. Как бы такой вот. Ну, короче, вот так вот сделал. Так, и на переноске я на своей поменял фонарик. Поставил вот такой. У меня, короче, знаете, какая произошла беда, друзья мои? Тут я когда редуктора снимал, меня вообще чуть током не убило. Куда я выкинул фонарь-то? Ну, короче, у меня такой же светодиодный фонарик был. Плафончик. Чем он мне нравился, это тем, что он был, вот эта вот часть, сейчас покажу, друзья мои, вот эта вот часть была не стеклянная, а пластиковая. Здесь стекло, не знаю, насколько хватит. И вот в этом месте, короче, он у меня шулдым-булдым, шулдым-булдым, ну и, короче, провод переломился. Как, короче, заискрит, блин, искры в разные стороны, все, капец, я думал, током убьет, все. Нет, живой, блин. Так, что еще хочу сказать? Помните, в одном из предыдущих роликов я мост варил? Ну, колода редуктора или колода моста, как называется, правильно, не знаю. Ребята, представляете, даже вообще не течет. А знаете почему? Потому что редукторов нет. И масло еще не залил. Вот и не течет. Самое главное, не течет. Главное, трещину заварил, все вообще там четко. Все, вода не побежит. Так, сейчас что мы делаем? Сейчас надо в первую очередь редуктора поднять на этот, ну, на платформу вот сюда вот. Ну, я, наверное, не буду два редуктора, там, один поднял, второй поднял, потом один поставил, второй поставил. Я, наверное, сейчас один подниму, средний. И его поставлю сразу же. Так, сразу говорю. Прокладки под редуктор буду ставить двойные, друзья. Почему двойные, не знаю. А как-то один раз давным-давно, года 3 назад, я когда в Йошкар-Оле покупал редуктор с капиталки, да, тогда у меня тоже что-то, короче, крякнул редуктор капитально. И мне пришлось его покупать. Корпус сломался. Я купил редуктор с капиталки. И мне тогда агрегатчик говорит: Леха, ставь две прокладки. Я говорю, две прокладки же ставится на два редуктора. Он говорит: нет, Лех, давай, говорит, не это, херней не майся, ставь, говорит, две прокладки. И бот, говорит, вообще зашибись. Я говорю, хорошо. И вот тогда я поставил две прокладки, отходил нормально, редуктор задний. Так, вот знаете, что еще думаю? Редуктора, видите, в пленке. Наверное, чтобы было понадежнее, я пленку убирать не буду, чтобы подольше походил. Да не, друзья, что, смех-то смехом, уберу, конечно. Шутка, шутка юмора. Так, все,
Давайте. Одеваю я перчатки рабочие. На гаечке еще сгрести с этой, с платформы. И грязь убрать с платформы, чтобы редуктор поставить на чистую платформочку. Да, это будет сейчас немного посложнее, чем это. Чем я как снимал. Культык вниз. И все. Сейчас я сюда досочки еще подставлю. И буду по доскам поднимать. Все, смотрим. Смотрим, не переключаемся, друзья мои. Так, сейчас что, устанавливаем прокладки в первую очередь. Пока редуктор здесь, да? Вон, видите, колода вообще не течет. Вообще благодать. Супер, супер. Так, прокладки ставим две, как и говорил. Так, сейчас поставим. Ох-ох-ох, ладно. Выключусь. Без фотокамеры поставлю прокладки. Ну и все, друзья. Сейчас процесс, обратный процесс происходит. Как я ставил, снимал вернее. Сейчас точно так же, короче, ставлю. Все в том же самом порядке, только в точности наоборот. Так, ну что, друзья, все, я воткнул эту штуку, железяку. Редуктор на месте. Сейчас буду второй поднимать. Второй буду втыкать. А потом уже полностью протяжка обоих редукторов, установка карданов. Ну и, соответственно, этого поросенка. Вьетнамский поросенок это у меня, друзья мои. Ха-ха-ха, они же черные, да. Вьетнамские это поросенки. Ох, не брякнуться бы отсюда. Если я отсюда брякнусь, это будет вообще полный капец будет, друзья.
Так, все. А, ну сейчас у меня обед. Война войной, редуктора редукторами, обед по расписанию или по распорядку. Так. Вроде так все ладно. Все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза. Этот редуктор сел, все нормально. Все гаечки, все болтики, ой, все шпилечки, все гаечки наживились. Все хорошо. Ну, сейчас задний воткну. Задний проще будет, ребят, втыкать. Вот как бы, блин, мой совет вам, если кто будет заниматься этими редукторами, делайте лучше перемычку. За ремгайку не очень плохо ставить, одному особенно. Редуктор криво. Редуктор получается криво-косо и не есть хорошо. Не есть хорошо и не пить хорошо. Вот так вот лучше меня видно. Так, все, давайте, ребята, я на обед. Приятного всем аппетита. Блин, нога болит. Не знаю, хоть с обеда вообще не ходи на работу. Ох, надо идти на больничный, друзья. Ха-ха. Так, сейчас я все тут подготовлю, чтобы после обеда сразу же только швырк, редуктор затащил и сразу же поставил. И все. И все, а-ля улюбот. Ну что, друзья, продолжаем. Дело подошло у нас ко второму редуктору. Ну что, опускаем вниз. Сейчас убираем мундир. Пленочку вот эту. Редуктор в мундире называется, друзья. Так. Сдвигаем это все хозяйство. На середину тросов. Ну не на середину тросов, а как. Опускаем вниз. Ох, ребята, прокладки забыл положить. Так, все, друзья, прокладки положил. Едем дальше. Все, друзья, вот таким нехитрым, незамысловатым способом редуктор у нас уже очутился, короче, на месте. В месте назначения. Так, сейчас все. Он сейчас на посадку-то еще не сел. Я как раз сейчас гаечку закручу, вот эту, которая очень плохо закручивается. А потом его осажу отверочками. Ну и все. Редуктор на месте. Так, ну что, друзья. У меня тут уже автомобиль-то, смотрите-ка, приобретает такой более-менее адекватный вид. Сейчас я ставлю реактивные штанги. Осталось поставить реактивные штанги. Прикрутить кардан межосевой.
Так, потом на обод мне сходить тут. Парень мне должен был привезти эти прокладку и маслоотражающую шайбу. Кстати говоря, я думал, у меня дома маслоотражающая шайба-то есть, а она с другого флянца, не с поросенка. По-моему, с задней части редуктора. Вот, ну, на заднем редукторе с передней части. Там тоньше вал диаметром. В поросенке вал толще. Вот. Ну и все. Надо будет поставить маслоотражающую шайбу. Новую прокладочку под этот. Кстати говоря, вот эта прокладка, ну, на евро-поросенок. Блин, в Кирове у меня Вовчик, друган, три магазина объехал, ребят, ни одной прокладки такой не нашел. Они глаза вытаращивают и говорят: вы что, так не бывает, таких вообще поросенков нет вообще в жизни. Ё-моё, да вы вообще поросенков не видали, знаете. Ха-ха-ха. Тебя там в Кирове вообще как бы это... Вообще, ну это, я даже и... Вот сейчас ездил тогда, это, не больно давно тут в Киров по делам. Я даже в магазины не стал заходить, потому что, ну, нечего туда заходить. Фигню всякой торгуют. Вот. А, ну, полуоси надо же еще поставить, да? Не забыть бы. Ох, как без полуосей-то ездить, если забуду полуоси поставить. Ну все, давайте, друзья мои, я уж тут не буду, не снимаю весь этот процесс. Потому что мне, я так уже устал ремонтироваться, это кто бы знал, Йорик Макарёрик. Так, все, крутим гайки дальше. Потом все, реактивные штанги поставлю, потом уже включусь.